случае, если руководители предприятия в Подмосковье заставляют работника уйти в неоплачиваемый отпуск в период самоизоляции, можно подать жалобу на такие действия в Государственную инспекцию труда по региону. В Московской области, как и по всей стране, действует режим самоизоляции, и большая часть жителей работает удаленно. Исключение составляют предприятия и организации, присутствие сотрудников которых на местах необходимо для их функционирования.